Нас сюда переселили хаотично и наспех. Здесь много змей. Из-за этой воды у меня образовались камни в желчном пузыре. Никто не интересуется, живы мы или мертвы. 16 лет мы ждем. 16 лет — это немало. Мы уже здесь 16 лет. С момента нашего приезда говорят, что нас переведут в другое место, но изменений нет. Нас сюда переселили хаотично и наспех. Со временем из-за влаги полы начали раздуваться, а стены трескаться. Мы живем в страшной сырости. Мы уже болеем. Условия здесь ужасные. Здесь много змей. Вода у нас по графику. Утром 2 часа и вечером примерно 1,5 часа. Вода пригодна для питья? Нет, из-за этой воды у меня образовались камни в желчном пузыре. Здесь ничего нет. Нет аптеки, чтобы купить лекарства. Нет магазина. Надо ехать в Марнеуле. Это примерно в 20 километрах. Каков источник вашего дохода? Пенсия. Я взяла кредит на лечение и получаю половину пенсии, которой недостаточно. Погасить этот долг я тоже не могу. Проценты очень большие. Я в очень тяжелом положении. Для детей нет ни кружков рисования или танцев, ничего подобного нет. У нас дети просто не развитые. Магазина у нас тоже нет. Что они вам говорят, когда вас должны переселить? Мы уже писали 2 заявления. На чье имя вы пишете заявление? В Министерство для беженцев. Никто не интересуется, живы мы или мертвы, как у нас дела, заболели мы или нет. Ничего не спрашивают, никто не приходит. Вы сами видите, как мы живем. Пусть Иванишвили придет и увидит, как я живу. Пусть приходят. Мы здесь умираем. Много раз были. Но как приходили, так и ушли. Ничего для нас не сделали. О беженцах никто не думает. И, наверное, еще 100 лет не будет. Шестнадцать лет мы ждем. 16 лет — это немало, но все равно у нас есть надежда.